Up в сторону вверх, over через, through сквозь. То есть будем изучать предлоги. А to идти к. Jane is going to France next week. Jane едет во Францию следующую неделю. We walked from the hotel to the station. Мы вышли из отеля к станции. То есть видите, from, уходить откуда-то. A lot of English words come from Latin. Много английских words произошло слов с латыни. We jumped into the river. То есть into это в. Мы прыгнули в воду. A man came out of the house and got into a car. Человек вышел из дома, сел в машину. То есть out of это выпрыгивать. Why are you looking out of the window? Почему смотрите из окна? I took the old batteries out of radio. Я выняла старые батарейки с радио. We put something in, то есть мы ложим внутрь. I put the new batteries into the radio. Я положила новые батарейки в радио. On это на. Don't put your feet on the table. Не ставьте ноги на столе, на стол. Please take your feet off the table. Уберите ноги с стола. I'm going to hang some pictures on the wall. Собираюсь повесить новые, некоторые картинки на стену. Be careful, don't fall off your bicycle. Будь осторожным. Не спади с вашего велосипеда. We got on the bus in the Prince Street. Мы собираемся на автобус на улице Принц. Off is. We walked up the hill to the house. Мы забрались на верхушку холма либо домика. Up, видите, вверх. Down, вниз. Be careful, don't fall down the stairs. Будь осторожным, не упади с лестницы. Over – это перескакивать сверху. Under – это проползать под. Видите, under – под. The plane flew over the mountains. Самолет пролетел над горами. I jumped over the wall into the garden. То есть я прыгнула через стенку в сад. Some people say it's unlucky to walk under the ladder. И некоторые богомольные фроски считают, что нельзя ходить под лестницей. A bird flew into the room through the window. Птица залетела сквозь окно. То есть screw насквозь, видим? An old road goes through the village. Старая дорога идет сквозь деревню. A new road goes round the village. Новая дорога идет вокруг, видите, round. Round the town, вокруг города. The bus stop is just round the corner. Автобусная остановка как раз в упор за углом. I walked round the town and took some photographs. Я обошла вокруг городка и взяла некоторые фотографии. You can also use around вокруг. We walked around the town. Мы прошлись вокруг городка. Along вдоль, across пересекать, то есть форсировать речку. I was walking along the road with my dog. Я прогуливалась вдоль дороги с моим собакой. Let's go for a walk along the river. Пошли вдоль по речке. The dog swam across the river. Храбрая собака переплыла речку. Past вдоль. Следующее. Excuse me, how do I get to the hospital? Извините, как мне можно попасть в госпиталь? Go along this road, past to the cinema. Under the bridge and the hospital is on the left. Идите вдоль по дороге, минуя кинотеатр под мостом, и госпиталь окажется слева. Репетитор по скайпу, Smart Teacher 197.